Осьминог, у тебя получилось! Ты рассмешил Покойо! Отличная работа! Он снова это сделал. Молодец, осьминог. Элли снова улыбается. О, я понял. Шляпа сползла на глаза. И ты не можешь ее снять. Вечная проблема. О, давайте встанем и тоже потанцуем. И с друзьями. Чай – это чудесно. Пока, до встречи. Но это же здорово. Ура, Покойо! До новых встреч! У этой гусеницы просто невероятный аппетит. Фон – это отличный способ общения с друзьями, не правда ли? Вы все отлично спрятались. Но от этого детектива не скроешься. Ты очень умная девочка. Да! Я понял. Покойо хочет, чтобы все прыгали на одной ножке. Может, все вместе попрыгаем? Давайте, все попрыгаем. Hee hee hee.